Хей, йога, смешмики, мы продолжаем про игру по названию Vigil. Короче, навыки. До конца вкачиваем выносливость, чтобы меньше, ну, хотя она у меня уже почти не заканчивается. Так, я решил все-таки до конца прокачать оружие, насколько возможно вообще. Подожди, 77? А насколько увеличится? Было 77 на 8. Шестиугольный камень мерцания тоже используется у нас, оказывается. А его я использовать не хочу, потому что вдруг я еще что-то найду. Именно из-за оружия. Так, короче, сейчас пойдем под город, в больницу. Спросим, что у них там, как дела. В лечебнице. Короче, будет от новой диалоги, я начну. Кстати, Дейзи, о твоем списке дел. Я нашла предметы, которые были нужны. Но блуза вся в крови. В крови? Он сказал, что я могу помочь тебе. Так что я просто... Не страшно. В лечебнице я... И не такое видела. Я обо всем позабочусь. Вот, смотри. Я сама сделала этот голубой убор. Мила, правда? Он приносит тебе удачу. Лента Дейзи. Вот возьми, Лейла. Цвет такой... Что это? Ха, я сама не знаю. Доктор сказал мне выбросить это. Ты принесла лекарство? Доктор работает на износ. Почти не ест, не спит, смотреть больно. Он так себе в могилу сведет. Так, подожди, а где доктор? Это чума чудовищное несчастье. Я попросил братьев развлечь затопленных зелье. Я побывал в затопленных землях, но чума летует по-прежнему. Уже побывал? Но как же... У вас есть еще какие-нибудь теории о природе чумы? Да, мне доходили слухи о шахте за городом. Люди верят, что ядовитую пыль из шахтовых ям и ветром переносят в город. Есть среди них и фанатики, считающие, что горное дело... Не угодно никому, великому божеству. Я исследую шахту. Долгая ночь заканчивается, на смену ей приходит свет. Молю юмой меня своим сиянием солнца. Так, ну может если... Я побывал в шахте, и вы были правы. Там, не все в порядке. Ты же исследовал шахту? Будь у меня больше таких помощников, мы бы давно узнали правду. Горожане лишь прочитают толку от них. Увы, чем еще летуют. Кажется, твое вмешательство не помогло. У вас есть еще идеи? Я слышал сказания о древней печати. И о языческом резне. Кровавые жертвоприношения открыли врата. Говорят, в этом была замешана школа. Ученые тогда попытались скрыть все следы происшествия. И? Аврора продолжает утверждать, что источник чумы озера... Бафонайт, может она что-то скрывает, если верить и проверить озеро. Долгая ночь заканчивается, понятно. Так, что мне дали? Тут ничего. Лента Дейзи. Дейзи ее буквально не снимает. Выглядит игриво и язливо. Пахнет смесью перца, кубеба и миндаля. Станет кристалла силы. Ключ от шахты. Так, а что мне еще дали?
что мне еще дали. Мне дали какое-то лекарство, я видел. Лекарство Дейзи мне дали. Мяч. Мяч еще кому-то, наверное, нужно дать. А, вот это оно и есть, походу. Просто из-за цвета я не увидел. Понимаю, что это мечта, но как замечу. Нет, но в последнее время безумной улицы стало меньше. Как кажется, коротко хочется помешать и расследовать доктора. Бу, будь осторожна. Ладненько, идем далее. Так, дом художника. Сейчас зайдем к художнику, дадим ему картину, которую мы нашли, потому что я больше уже ничего не смог найти. Пока что. Мои чудесные картины. Что есть пропажа картин? Не ошибка, но, вероятно, природная судьбы. Что есть пропажа картин? Так, все. Так, скелетов нужно убить. И нужно тайник найти. Ну, тайник я примерно знаю. Это, наверное, в шахту мне нужно сейчас будет идти. Нужно еще на кладбище сходить, насобирать костяшек. Поэтому будем сейчас веселиться. Еще нужно идти к парнишке, который болел. Ну, сейчас я, походу, на кладбище иду. Так, ладно. Кристалл соль красный, словно свежая кровь. Бэ. О, подожди, как раз церковь, да? Доступ закрыт. Ладно, короче, говорю, что-то будет интересно, продолжим. О, вот это вот, сюда мы еще не ходили, типа дальше наверх. Смотри, тут есть куда попасть. Понятно. Так, вы мне предлагаете через дверь, да, попасть? А нет, подожди. Сейчас мы тогда через верх. Золотишко себе возьмем. Так, а этого места не помню. Да ладно! Там можно было проскочить? Тише, пассатижи. Катакомб. Давайте, ладно, катакомбы тоже поисследуем, потому что нам все равно туда идти. Но я просто не буду садиться на телепорт, как тогда. Да.
Что-то никого нету. Что-то новенькое. Скелет-паук. Скелет-паук. Что-то новенькое. О, эти уже, да, не оживают, я смотрю. Нужно пораньше прыгнуть. Блин, надо как-то придумать. Опа. Целительный эликсир, который мне нахер сейчас не нужен. Так, ну давайте в эту сторону. Ничего, вниз я прыгать не собираюсь, потому что я не знаю, что там. Все-таки тихие речи живы. Можно использовать для украшения. Добро. А теперь у меня вопрос, почему они умирают? Делаем таким образом. Сова. А, теперь я понял. Да. Блин, он как-то сам падать начинает. Во, а теперь мы пришли к канализации. Все. Блин, интересно, есть? Тройной прыжок в навыках мечника. В комбо воздухе проводи еще один удар, используя в воздухе особую атаку, если шанс оглушить. Короче, ладно, найдем. Найдем, думаю. А, так они умирают и оставляют после себя клетки, точнее.
Окей. Промолчу. Что там происходит? Ладно, халявный уровень, халявный опыт. Неплохо. Так, навык. Снижает расход выносливости. Там можешь кинжалы тоже прокачать много. Тут херовый просто какие-то. Давайте просто кинжал. Хотя. Повышает магическую силу. На что сила влияет только. Повышает скорость восстановления от зелий. То есть просто быстрее хилюсь или что? Или больше хилюсь? Никогда не мог понять. Давайте, наверное, заряд буду прокачивать. Тут еще задержка атака. Где мои косточки? Позвонки это не то. Откуда? Откуда он выпал? Хотя... Если он откуда-то выпал, значит там что может быть в натуре. Вдруг спрятаны места. Зелье. Ага, только проблема.
Что новенькое? Пока щит есть, безопасно. Плевать, щит не сломался. Типа... Удобно немного переключаться, но такое. Больно. Понимаю. Уклонение нахер. Тупой скелет. Просто тупой скелет. Сохранить, подтвердить. Сохранить, сохранить, подтвердить. Тазовая кость. Можно использовать для украшения комнаты. Ну, чисто кожаная треуголка измеряет края, и потрясающая кожа выдает ее почтенный возраст. Ну, короче, против молнии, а это против огня. Так, а тут что? Первый из тех, кто узрел солнечный свет, первый из тех, кто узнал правду. Прости нас за то, что мы построили гробницу рядом с твоим памятником. Покойся с миром. Thank you.
почему здесь светящийся уголь? Зачем? Они пользу так, какую-то такую не дают. Вообще никакую. Так, золотишко. Так, церковный двор. Тазовая кость. Это что за место? Ага, здесь я был, все. Так, сейчас давайте посмотрю, куда мне этот проход выведет. Куда оно мне выведет? Также, пока все равно время есть. Ага, все, понял, куда меня вывело. Давайте тогда я все-таки схожу. Сделаем таким образом. Если в портале что-то будет, я просто сразу escape и выйду. Давайте я, наверное, так и поступлю. А какая разница? Холодная Карина. Используйте ее возле ритуальные камни темно в катакомбе, чтобы переместиться в неизвестный напаст. И как и что я еще мог использовать? Либо вот эту, да, использовать? Давайте попробуем. Может, это здесь как раз то место, где я смогу телепортироваться с точки А в точку Б и в точку В. То есть... Снова то же место. Бля. Просто помню это место. Знаете, это то чувство, когда ты можешь сразиться, наверное, с одним и тем же боссом. О, тут кристалл можно крови фармить. Ну, и золото можно немного фармить. Тоже вещь полезная. Будет в натуре странно, если тот же босс будет. Так, сначала использую огонь. В натуре?
Да зараза. Тати-тати. Да ты надоел. Говнюк, он все мои эти тратит. А я опять, он... А, то есть когда он убивает этих чудиков? Я понял. Как ты надоел? Ой, боже. Только мне вопрос, для чего? Типа, есть вообще смысл того, что... Фиг его. Ладно, тогда давайте... На этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.